Дорогие друзья, дорогие выпускники, подошло время выпуска. В этом году в Питерской вышке более 1250 выпускников. У вас большая настоящая команда. Уже второй год мы не встречаемся в больших залах, как, например, концертный зал «Октябрьский». Нас не встречают трибуны с аплодисментами. Но мне кажется, что сегодня такой более доверительный разговор с вами об университете. Разговор о том, что наш университет совершенно особенный. Университет, которым мы гордимся. И гордимся не только его высоким местом в академических рейтингах, или гордимся тем, что такое в прошлом лагерное слово «вышка» у всей образованной части России. Совершенно особенный, потому что в нашем университете мы привыкли к партнерству со студентами, к партнерским отношениям с вами. И я думаю, что вот это ощущение партнерства вы надолго сохраните. Наш университет совершенно особенный еще и потому, что мы очень ценим академическую свободу, которая не может быть только свободой, она должна сочетаться с академической этикой. И мы очень ценим все то, что делали для нас. Мы считаем важным честно, искренне и очень правдиво делать свое дело. Наш университет совершенно особенный и потому, что мы учим лидерству вместе с университетом, стремиться к тому, что казалось бы недоступным. Мы хотим перепрыгивать через голову, достигать вершин, к которым стремятся очень многие, но мы их достигаем. Университет – это, конечно, и ниточки, и связи, которыми вы обросли за время своего обучения здесь. Ниточки, которые вас будут связывать надолго. Это и сообщество с преподавателями, сотрудниками университета, с теми, кто встречал вас каждый день в аудиториях, кто искренне радовался вашим успехам, кто болел за вас, давайте им скажем большое спасибо. Это сообщество, и завтра оно станет сообществом выпускников. У нас появилось даже такое понятие, как сообщество выпускников. Я с удовольствием его сегодня вам представляю, потому что очень хочу, чтобы вы стали его активными членами, активными партнерами. Мы хотели бы, чтобы вы очень много давали университету. Давали по-разному. Становясь членом академического совета образовательной программы, принимая наших студентов на стажировки, помогая финансово. Завершая свое выступление, хочу сказать, что мы очень гордимся вами. Вы многое прошли, вы очень многое нам дали. Я хотел бы пожелать вам веры в себя. Веры в себя на вашем большом профессиональном и личном пути. Потому что если мы смогли вам эту веру дать, то, наверное, сделали, пожалуй, главное, что смогли сделать. Всего вам самого доброго. До встречи.